Всем доброе утро. С вами Дарвин МакКлинтон. Температура в Форт-Уэрте 13 градусов. В Далласе 12. Самое оно для поездки. Президент и миссис Кеннеди прибыли в Форт-Уэрт из Хьюстона. Обо всем подозрительном сообщайте секретной службе. Они главные. Президент планирует выступить. Все в порядке? О, да. По программе. Через несколько минут кортеж подъедет. Пообедаем пораньше. Я хочу, чтобы все мы увидели президента. Кортеж сворачивает на Элм-стрит. О, вот они! Президента Кеннеди везут в госпиталь Парклэнд. Мы должны сделать все возможное, это глава страны. Простыл, наверное. Нет официальной информации. Голова разлетелась в трепезги. Доктор! Кто лечащий врач? В данный момент... Это вы! Спасите его! Это президент. Я знаю, кто это. Зажмите вот здесь! Мистер Запрудер, я Форест Сорелс, личная охрана президента США. Только благодаря вашей видеозаписи мы сможем прояснить обстоятельства случившегося. Есть люди, готовые развязать войну. Воу, Клифф, кого-то взяли. Похоже, убийцу. Полиция Далласа объявила об аресте Ли Освальда в связи с расследованием убийства... Боб, это твой брат? Парень работает на складе. Откуда это взялось? Я слежу за ним. И давно? Ты хоть представляешь, что натворил? Мама, твой сын убил самого важного человека в мире. Это и моя вина. На вашем месте я рванул бы отсюда со всех ног и не вернулся бы даже умирать. Я не могу сейчас сказать всего, но мы знаем об Освальде. Зря ты это сказал. Мне не надо этого знать.